Добрый день, друзья! Я рада, что вы заглянули на мой канал «Империя творчества». Сегодня нарисуем цветок. Цветок астра. На предыдущем уроке мы рисовали тюльпаны. Из такой же серии вот нарисуем вот такой вот цветок. Можно рисовать на акварельной бумаге любого формата, можно рисовать на картоне, на холсте. Но я предлагаю рисовать такой вот цветок в квадратной форме. Также нам понадобится палитра, стакан с водой, кисти трех размеров, большая кисточка, можно плоскую кисточку использовать, можно круглую кисточку использовать. Средняя кисточка. У меня плоская кисточка круглым концом для рисования лепестков. Можно использовать кисточку круглую. Так, для примера у меня вот такая еще кисточка. Можно вот такую кисточку рисовать лепестки. Но я буду рисовать плоской кисточкой круглым концом. Можно по-разному располагать кисть. И по ширине, это тонкой стороной еще. Также понадобится тонкая кисточка, круглая. У меня нулевка. Можно использовать однерку, двойку для рисования мелких деталей. Можно рисовать гуашевыми красками. Я буду рисовать акриловой краской. У меня акриловые краски глянцевые. Цвета белые, немного желтого понадобится, синий цвет, черный и вот такой вот, даже не знаю как назвать, лиловый можно, алый цвет можно использовать, фиолетовый можно цвет использовать. Какой цвет вам по душе? Так, рисунок средней сложности, можно сказать. Просто начинайте и рисуйте вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новых видеоуроков.